Видно! Успехи у него. О, набрал сколько барахла. Конечно, хочется сразу вот выполнять сюжет. Но я подумал, что надо все-таки с дополнительными квестами разобраться. Это надолго. Ведьмачьих заказов очень много. Еще на скеллиге есть. Да и охота за сокровищами. Хотя тут только школа волка осталась. Ну и 4 школы в Тусетте. И вопросики надо собирать. Глазище красное, закупленное. Надёр! Покажи свои изделия. Прощай. Я детишек вчера по грибы послала. Недалеко от подлесья. Самая печальная локация — это вот эти болота. Они такие унылые. Вопросики там собирать так печально. На скеллиге немножко получше. В городе говорят, какой-то убийца рыщет. Я буду за тобой. Подозрительно ты выглядишь, прибор. Само твое присутствие оскорбляет вечный огонь. Здравствуй. Здравствуй. Сдел. Будь здоров. Что-то у меня поясницу перехватило. Чародеи сожгли дом охотника! Хотели мешок! Видно, что ты человек бывалый. Так скажи мне, хватит ли бабу раз в неделю или больше надо? Но! Thank you.
что-то про Акси посмотрел, а мне его нет. Здравствуй. Покажи. Будь здоров. Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Назову Гера. А вот и ты. Что с моим домом? Там уже безопасно. Благодарю. Это место столько значит для меня. А ты случайно не находил шкатулки с моими сбережениями? Нет. Может, ее украли? Может быть. Столько лет прошло. Но ты поищи. Другой награды я тебе предложить не смогу. Я так и сделаю. Мне пора. Да хранят тебя боги. Здесь когда-то жили. Долорес. Там что-то есть. Шкатулка?
гули. Там, где есть гули, обычно бывают и трупы. Это вы оскверняете святилище в Велине? А тебе что до этого? Вы кто такие? Мы вестники молний. Тяжелые капли грозовых туч. И молния эта зовется сверхчеловеком. Местные говорят, что боги недовольны. Вы-то и гнева не боитесь? Гнева богов? Боги умерли. Мы лишь устраняем их разлагающиеся останки, тлеющие угли предрассудков. Тогда давайте-ка вы уберете за собой и вернетесь устранять угли туда, откуда пришли. Мастер Фридрих из Оксенфурта провозгласил, что боги умерли. Религия – опиум для народа. Простой люд боится только религии жрецов, а не богов. И страх этот заковывает нас в оковы мракобесия. Мы должны создать новую мораль или обойтись без морали. Забавное представление, но мне что-то наскучило. Проваливайте отсюда и не возвращайтесь. А то что? А то позову инспекторшу из деканата. Репрессии! Бейте холопа режима! Этот
для цирка отловить и людей. Да. Капитан может отловить. Нет! Прошу!
Благодари, Артер, за это. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я встретил одну нильфгаардскую женщину, она ищет сына. Вот упрямая. Я не знал, что она наняла ведьмака. Скажем так, меня тронули слезы матери. А если все матери приедут на войну искать своих сыновей? Я встретил только одну и обещал ей помочь. Стану я рассказывать какому-то нордлингу, что творят наши солдаты. Бывай. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава. Я встретил одну... Стану я рассказывать, как он... Теперь соберись и расскажи все, что знаешь. Так точно. Этот рыжий щенок служил в Назаирской легкой кавалерии. Недавно он и еще несколько таких же из его роты решили дезертировать. Я приказал их выследить. Мы поймали их на болоте. Недалеко отсюда. Кто-то сбежал. А что с теми, кого поймали? Мы их повесили по законам военного времени. Но не знаю, был ли среди них тот рыжий. Я ожидал большей точности от нильфгаардского офицера. Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их бы пришлось преследовать. А у меня не было ни времени, ни средств. Так что я написал, что все мертвы. Все равно они на болотах долго не протянут. Я попробую их найти.
голос рыжий. Возможно, он. Надо найти что-нибудь еще, чтобы убедиться. Собачьи следы. Похоже, их травили собаками. Письмо к матери. Надо его отнести. Больше я ничего не смогу для нее сделать. Но! Знал ты что-нибудь о моем сыне? Да. Я хочу услышать правду. Какой бы она ни была. Твой сын мертв. Как это произошло? Он дезертировал, его поймали и повесили. Ложь! Я нашел его и несколько других тел. На дереве висело объявление. Мой сын не был трусом. Ты можешь верить во что хочешь. Я нашел при нем письмо. Тебе. Дорогая мама, может быть, я пишу тебе в последний раз? Во всех тех письмах я лгал себе. Прости, я не герой. Убийство Нордлингов не приносит мне радости. Это место – настоящий кошмар. Я держался, но я больше не могу. Недавно нам приказали убить пленных. Ты знаешь, как это убивать беззащитных людей. Я должен бежать отсюда. Деточка моя, я всегда буду любить тебя. Вот, возьми свою плату. Не крути что. Самый знаменитый бордель в Новиграде – это Пассифлора. Но есть еще Хромоножка, Толкей и уличные девки. А как же жрецы Вечного Огня? Не мешает им, что у них под боком такое распутство? Официально очень мешает. Неофициально – так они и сами туда заглядывают. И не за тем, чтобы обращать заблудших. Здравствуй. Здравствуй, Гер. Покажи мне суп. Будь здоров.
чего надо? Я по поводу объявления. Кажется, у вас неприятности с каким-то чудовищем. Неприятности? Эх, ты ладно выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. Вот такие у нас неприятности. Сидит какая-то кудлатая хуйня в лесу и нападает на каждый гребаный транспорт, который едет по большаку. У нас уже болты кончаются, стрелы, провиант. Нехорошо. Послал я пару людей, чтобы глянули, что там и как. А они не вернулись. Дело такое. Принесешь мне башку этой манды, получишь золото. Сколько в объявлении написано? Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через Понтер перейти. Ну так как, по рукам? Неплохое предложение. Посмотрю, что можно сделать. Когтей, а здесь стрела, обломанная у самого тела. Следы когтей, тупых зубов, здесь пировали трупоеды. Они сбежались на все готовое. Все разграблено. Или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра, или наш монстр коллекционирует боеприпасы. Следы ног. Кто-то выжил. Или чудовище похоже на человека. Что-то здесь не так. Пойду по следам. Здесь стоит осмотреться. Thank you.
Еще один шаг, и у тебя в башке будет лишняя дырка, Деина. Чего ты тут ищешь? Я должен поговорить с твоим командиром по важному делу. Я тебе не верю. Я догадался, когда ты навел на меня лук. Ты все еще держишь меня на прицеле. Я не буду делать никаких глупостей, уверяю тебя. Тогда отдай мне оружие. Ну, давай мечи. Сними их, и я отведу тебя к Вернусиэль. Хорошо, веди. Ладгерн? Интересно. Мы здесь на чудовищ не жалуемся. Вы нет, а вот эриданцы уверены, что в лесу завелась какая-то бестия и наняли меня, чтобы я ее убил. Ну это они ошиблись. Не в первый раз, впрочем. Здесь нет никакой бестии, и тебе здесь делать нечего. Это не шутки. Погибли люди. Погибли солдаты. Солдаты Родовида, которые преследуют Айнсиды от Великого моря до Синих гор, которые участвовали в погромах, пытали наших братьев и насиловали наших сестер. Я не буду их оплакивать. Мы не перестанем нападать на эти транспорты. Мы должны есть так же, как и вы. Так что у тебя две возможности. Уйти отсюда и забыть обо всем, что ты здесь видел. Или умереть. Делайте, что хотите, я не буду вмешиваться. Отдайте ему его вещи. И добавьте еще что-нибудь с этих транспортов. Мудрые решения достойны награды. Вафай. Пошла. Наконец-то. Ну как, нашел чудовище? Нет никакого чудовища в лесу Скатаэли. Скатаэли, говоришь? А я-то думал, мы от этих крыс давно избавились. Так что, перерезал ты их? Эльфы не чудовища, поэтому нет. Но если с ними что-нибудь случится, я жалеть не буду. Ну, конечно, не будешь. Хороший нелюдь, мертвый нелюдь. Как говаривал мой батька. Но награды я тебе дать не могу, потому как ты задание не выполнил. Зато вот, держи пропуск. За то, что донес властям про все, что... А со скотоэлями мы уж сами разберемся. Ночью морок на ихний дом спустился. Ни шуму, ни шороху. Она-то ребенка ждала, а призрак на это не посмотрел. Что с нами дальше? Божник! Не
торопись. Латва, не так быстро. Шевелись, Платва. Следы нильфгаардцев. Нильфы провели здесь несколько босых пленников. Тело странно выгнуто. Он умер от яда. Похоже, это территория какого-то драконида. Следы нильфгаардцев. Нильфы провели здесь несколько босых пленников. Yeah.
тебя спустим. Не давайте ему продохнуть! Не бойтесь! Сдаться. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я нашел тела твоих солдат. Их убила самка Виверны. Они зашли на ее территорию. Виверна? Блёды пест. Я узнал кое-что еще. Это был не патруль, а отряд палачей, которые вывели риданских пленных в лес и казнили. Это война. Проиграл, умер. Этих людей так просто не забудут. Кто-то начнет их искать. В Нильфгарде любой солдат, попавший в плен, считается мертвым. Это были риданские пленные. Ридания скоро станет провинцией Империи. Готов поспорить, еще до Саувины над риданской столицей взовьется знамя с великим солнцем. Давай плати, Нильф. Нет у меня желания философствовать. У меня тоже. Ты это заслужил. Держи. И оставь меня.